7 факультетов готовы предоставить абитуриенту полный комплекс высокотехнологичных направлений подготовки для кадрового обеспечения агропромышленного сектора региона. На дневном направлении вуза 6 факультетов – агрономический, инженерный, ветеринарный, экономический, биолого-технологический и природообустройство. Мне очень было бы интересно работать в данной сфере. А животные – мое все. Любил, кошек домой приносил все время, не знаю почему. Родители всегда были против, но вот сейчас согласились. Чертить, считать, как-то мне это больше нравится. Вот. Я думаю, что здесь очень хорошие преподаватели, они дадут мне дальше основу. Здесь получают не только теоретические знания. У аграрного вуза мощная практическая база, например, техническая лаборатория точного земледелия. Это образцы в натуральную величину, а это копии бортовых компьютеров для удаленного управления. Специфику агротехники студенты изучают на современных моделях. Соответствовать современным реалиям – важное условие качественного образования, которое и дает Алтайский аграрный университет.